заставочку. Sound. Здорово, здорово. Это я. Кто? Никита. Да иди ты нахуй. Мне пришла в голову мысль рассказать вам о том, что находится у меня в чемодане. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Не смешно, блядь. Сейчас, нарядившись в секретный костюм, сделаем следующую вещь. Как нормальные гитаристы. Включаем режим Counter-Strike. И понеслось. Round one. Fight! Но ты у меня такого члена получишь, сука, нах! Раньше на концерты мы одевались вот так. Теперь на концертах мы выглядим вот так. Так мне удобней. Ничего не знаю. Первая серия, где я расскажу, как правильно вообще не играть. Стучи по гитаре топором и нажимай на нее, и будет полный сука. Ты, запомни, ты, задрот, ты, унылая какашка, выгляди, соответствующе. Не стоит расстраиваться, главное это power metal. Что это такое? Такой я человек, такой характер. Так нельзя. Ненавижу гитаристов. Ненавижу все это. Зачем? Я вообще не знаю. Федор, скажи что-нибудь. Иди нахуй, пидор, блядь! Что происходит в голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? Их нельзя просто спросить. Чтобы понять, как наши ближайшие родственники видят мир, нужно дать им способ рассказать об этом. Я не знаю, что делать. Я решил проверить, что если купить гитару, 20 рублей стоит, и поменять в ней просадку дерева за 5 копеек. Волнует, как всегда. Линейка, чтобы замерить огромную письку. Сейчас уже может и побольше. Смотря в каком году ты смотришь. Если ты смотришь меня сейчас в 2030-м, то, конечно же, это... За три... That is all. Здорово, меня зовут Никита. Уже знакомый. Ну нахер. Здорово. С вами опять я. Да как ты заебал, а? Я зашел посмотреть, что там кто посмотрел, кто писал, кто писал. И очень удивился. Я сделал по пьяни. Просят еще. Окей. Okay. Соцопрос населения показал, что я изобрел гитару с обычным строем. Соль, соль, соль. Соль. Сделаем так, чтобы первая струна была не соль, а тоже соль. Соцопрос населения показал, что все мы басисты. Сейчас я вам поведаю о своем любимом магазине. Славянский секс-шоп «Тихий омут». В наличии имеются всякие разные пиблуды. Многие боятся связываться с доставкой и с заказами через интернет, так что проэкспериментируем на мне. Оу май! Там продается очень мало всего, то есть... Конкретную модель никак не найти. Нужно обращаться. Обращаться в этот магазин. Я ожидал размер, ну, где-то вот такой. Вот. Каждый второй музыкант в стране страдает от спутанных розеток, нехватки оборудования и невыносимой тяжести проводов. Хватит это терпеть!
чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. От тебя воняет говном, даже отсюда чувствую. Закрывай, закрывай видео, иди нахуй. Друг крутой, а ты лоханулся, сука. А, блядь. Ты постоянно задаешься вопрос, почему тебе не дают бабы? Есть самая такая могучая основная техника. У вас от нее кровь из ушей потечет. Возьми свое перо и проделывай на. На мне нужны бабы. Вам придется немножечко попотеть. Но все же помните одно слово. Спать не могу. И рыба Федор в этом виноват. Скажите ему спасибо. Пора переставать стесняться. Возьми просто и скажи. Приятно, да? Вот. Почему бы нет? Я же гитарист. Это мое призвание. Что? Что такого? Кто-то сейчас отписался от моего канала и кинул в монитор тапочек. Деревянный. Иногда хочется это делать прямо в пути. Когда путешествуешь, гастролируешь, сидишь в кафе или в столовой. Нам всем тяжко. Крепись. It's a devil screaming. It's an angel singing. В интернет ходим иногда. И мы возвращаемся к бесконечной войне. Can we get serious now? What is going on inside their head? Если понравилось, продавай, выноси из дома телевизор, продавай телевизор. Присылаешь мне коробочку. Скажи до свидания. До свидания. Пока.